В 2009 году был принят закон о поддержке использования ВИИ, благодаря которому мы увидели значительный размер привлечения инвестиций в данный сектор. Данная концепция предусмотрена следующие цели. Это достижение доли ВИИ в 2025 году это 6%, в 2030 году 15%, и к 2050 с учетом альтернативных источников энергии должно быть 50% доли ВИИ. Мы сейчас планируем наращивать мощности ВИИ до 59 проектов общей мощностью 1400 мегаватт. Солнечная станция 100 мегаватт в городе Чу была построена с той целью, чтобы снизить дефицит, энергодефицит в южном регионе, а также увеличить выработку зеленой электроэнергии и тем самым участвовать в декарбонизации нашей экономики. Но, наверное, основной особенностью это являлось использование односевых трекерных систем. То есть они позволяют следить за движением Солнца и тем самым увеличивают выработку до 25%. С самого начала нашего проекта банк демонстрировал приверженность высокому стандарту в работе. Для нас это был хороший пример и мотивировало нас ставить наши внутренние процессы тоже на таком же высоком уровне. Очень радует, что банк уделяет должное внимание вопросам гендерного баланса, улучшению социально-экономических показателей и развитию предпринимательства в регионе, где реализуется проект. Почему именно Кызылординская область? Потому что это энергодефицитный регион, который 55% своей электроэнергии берет извне области. Было обеспечено более 40 рабочих мест для местного населения. Now we at the ADB private sector are actually pushing the climate finance agenda in multiple ways in the region. Adherence to Paris alignment is increasingly going to assume center stage in our private sector infrastructure support in the region. We do sincerely expect the topography of the energy sector to dramatically change in the next 5 to 10 years. Energy transition in various forms and manners has certainly picked up steam in this region.